Почему многие приюты отказываются брать щенков? Да потому что они смертники. Их очень тяжело выхаживать. Они все больны. Их очень тяжело терять. А мы не можем отказать. Да, не все выживают. Ну, что ты, мое солнышко? Мамина девочка, красавица. Ой. Ты мое солнышко. Крошечка маленькая. Да, малыш. Ну, что мне сказать? Угу. Вот попу сейчас помыли. Поэтому укрылись потеплее. Спи, зайчик. Да, Кроха? Работаем с тобой? Работаем, ребенок. Да, ты моя зяка. Да, закутали ребенка, но зато на свежем воздухе на улице. Так. Ребенок в приюте приехал на работу. Моя девочка. Все, покормили ребенка, таблеточку дали. И продолжаем работать дальше. Ну неужели так сложно стерилизовать свою собаку? Это делается один раз в жизни. Денег нет. А на выпивку с закуской есть деньги? На гаджеты, на шмутки, на праздники и развлечения есть деньги? Так обратитесь к друзьям, соседям. Неужели вам откажут 300, 200, 500 рублей скинуться и сделать это один раз? Ну, невыносимо смотреть, когда они гибнут на помойках, в лесах, в полях. Это мы спим. У нас отключили отопление, ребята. Мы шкурками укрылись, и очень, скажи, тепло. Все. Да? Лекарства выпили, бульон выпили, легли спать. Не кушает она сама еще. Никак не кушает, ни мяска не ест, ничего. Только шприцом кормлю. Ребят, она живет, пока ее кормишь шприцом. Что дальше, не знаю. Животик начал восстанавливаться, но... очень медленно. Девочки, крошечка умерла. Я приехала домой из приюта. Она умерла. Я не смогла спасти ребенка. Мы не отдаем в руки крошечных щенков. Мы следим за их здоровьем. Мы отдаем только прошедших обработку от гельминтов, вакцинированных, окрепших. У нас около 300 щенков. Давайте вместе поможем им выжить.